Подготовка Games. Что этот не хочет заходить, слышь, Миш? Да держи еще десятый раз. Да я вроде нервничаю, мне пофиг. Ага. Но мне больше прикалывается надо, когда, типа, Лестер обманывает этого робота, ну, типа, искусственного интеллекта. Ага, в конечной этой миссии, типа, блядь. Открой дверь мне, да? Либо ты не можешь. Окей. The window is small and it's rapidly shutting. Time is of the essence here. Before you ask, you're not in a Deluxo for the cozy feeling of nostalgia it gives you in your toes. No, they are the perfect product for our problem. And I'll let you know what that means in a second. We're triangulating the signals just a minute. Okay, get in the cars and wait for my word. Теперь нужно уничтожать. Снять взломать, а потом уничтожать. Во, пацаны, тут машина из фильма. Я на А. Come on, come on! This is drive-through stealing! You like that, huh? It's not my best. That's yeah, that's cut in. Я точка С, еще взял. Я сбоку подъезжаю. Он мне никто не может попасть. Так, сейчас точка Д. Я уже два грузовика уничтожил. Сказал, какую взял. Clifford, you got that? Okay, first step complete. All right then. Now, if I'm reading this right, the next data stores are on the water. Ага.
еще больше станут, ё-моё. А, да теперь у нас машина маска, по-моему, такая. Да, она уже на поводе. Да, она как и раньше с поводе просто. Я короче, а, давайте, да. Я ТЦ беру, а вы там. Я А. Ну, попробуем. Ну, давай, да, взломаем. Что-то у меня машина не летит. А, нет, все летит. Сейчас, ладно. Пошли, я точку А беру, а ты точку Б бери, окей? Let's do this, people. You're not even getting your hands dirty. Your car is also fitted with a hover module. Why don't we see what it can do underwater? As before, get close to the targets. Exploit the weakness in their connections. We are hacking a bunch of nasty data thieves here. Fraudsters. Не могу. Прикольно были времена, когда ты еще типа был пьяный полет. Там ничего. Сейчас после этого задания не знаю, будет такое. Мне было прикольно, если бы можно было исполнить такую, потому что это огромный подмарин. Да это первое задание, это не подложка. Это бункер разъёбный. А, самолёт лететь на самолёт. Да, set is nearly complete. All right, so here we have it. The final source is at Los Santos International. Get over there and wait for my word. Ну, сейчас она не поднимется. Сейчас она не поднимается, потом она будет подниматься. Ну, сейчас она не поднимается, она потом будет. Она сейчас самолетом выпустит. Она будет летать. Сейчас мы дойдем до точки, она где-то потом летает. Че, кого-то еще не проходил эти миссии. Говоря, они хотя в этом задании машина в дуэне. Да, они такой. Хоть стреляет с гранатомета, ну, друг друга. Ничего будет все равно. Машина. Это заезд есть, этот запор не пробивается. Не показать заезд. А че? А. А он не пробивается, я тебе еще раз говорю. Фактически. Сейчас, стой, блин, что ты паришься? Вот, подъезжай сюда. Так, твою тачку говоришь, что пора. Я уже... Нет, уже нет.
Поехали, покажу, как заезжать на будущее. Это забор пытался проебать. Своя машина. Иди сюда. You there? The signal's coming from a plane preparing for takeoff. Get to the runway. Вот он, все, полетели, полетели. Все, ребят, взлетаем. You know how much Avon's paying us for this data, and most of us give ours away for free. Gah, Life Invader is a hell of a con job. I mean, business. It's a hell of a business. Так, ребят, только мне вообще не стреляйте. Тут самолет Avon. Вот время взломать, хрень. А, не, вот, ничего. О, 70. 4. Восемьдесят процентов. Чуть-чуть. So many possibilities, only one truth. Down she goes! Oh yeah! Now just get the cars back and you're all done there. Try and pin that on my hairy ass, Uncle Sam. Please show some decorum, all right? We're professionals. Yeah, yeah. How about until you hire robots?